Okay, this was hall number 3, so I'm entering another one, and I think there will be some kind of a strange show because this guy is demonstrating something. I'm not sure you can see. Получается вот такая вот заготовочка. Она называется пулька. У нее есть 2 стебелька и основа для будущего шарика. Но один стебелек нужно отрезать и дырочку пульки запаять, чтобы она не пропускала воздух. Иначе шарик потом выдать не получится. Получается вот такой вот чупа-чупс. И теперь я его хорошенько нагреваю, а потом буду выдувать шарик. Смотрите внимательно, не отвлекайтесь, потому что процесс выдувания будет достаточно быстрым, а самое главное интересным. Вот такой вот шарик. Стекло тут же застывает, но он сейчас еще горячий. Ему нужно время, чтобы он остыл.